Снежные выходные для работников «Автодорстрой» прошли продуктивно. Ежедневно на улице выходило свыше 100 дорожников и единиц техники. Из-за мокрых осадков основной упор был сделан на тротуары. Их обрабатывали противогололедными средствами. Первоочередное внимание уделялось дорожкам вблизи социально значимых объектов. По тротуарам работало до 40 единиц техники. Это дело для того, чтобы вовремя распределить реагент на тротуарах. Сегодня у нас работы более 20 единиц техники, но вид работ уже другой. Мы устраняем последствия этого перепада температур, поэтому идет и механизированная уборка, и ручная доработка этих тротуаров. С начала сезона на тротуары было высыпано примерно 500 тонн песка. 300 из них попали на улицы лишь в праздники. Подобная ситуация с проезжими частями. На выходных дорожники применили более 2000 тонн противогололедных средств. Это почти половина от общей массы использованных реагентов. Данил Кузнецов, «День с толком»,